Всем вкусного дня! Меня зовут Перчинка, и я фуд-блогер. Сегодня я познакомлю вас с интересным рецептом. Смотри! Безе в микроволновке – прекрасный десерт к кофе, чаю за рекордно быстрое время. Приготовление безе – это, конечно, не самый простой процесс, однако микроволновка существенно его облегчает. Насыпаем сахарную пудру в миску, в которой будем готовить основу безе. Отделяем белок от желтка, желток нам не понадобится. Выливаем белок в пудру и тщательно размешиваем, растираем. Растираем примерно 5 минут. У нас получится светлая и сравнительно густая масса. Ничего похожего на то, что получается при взбивании миксером. Почему-то иногда у меня получается густая масса, а иногда нет. Не знаю, от чего это зависит. Если густая, просто скатываем небольшие шарики и выкладываем на пергамент по размеру тарелки микроволновки. Если масса не густая, выдавливаем с помощью шприца или просто выкладываем ложкой на небольшом расстоянии. Включаем микроволновку на 1,5 минуты. У меня готово за 1 минуту, на мощность 750 Вт. Когда будете печь первый раз, следите за процессом. В центре безе могут выпекаться быстрее и пригореть. По окончании времени не открывайте дверку микроволновки, еще минутку, безе дозреют. Подписывайся на наш канал «Еда с перчинкой». Всем вкусненьких блюд!